нажимай. По крайней мере, на педаль газа. Так, это что же у нас получается Эстония, да? Это Эстония 15. И садиться в нее надо... Эстония 15 с номером 17? Ну, это же стартовый, а модель 15. А, я понял. А я думал, что написанные на Эстониях номера это и есть. Это стартовый. И садиться в нее по правилам надо только слева. Если сядешь справа, пизды получишь. Слева это с водительской стороны. Да. А ну... Знаешь, как садиться вообще? Нет, я оно снимает. А, ну. Пишет же? Да. Я же первый раз вообще хочу понять правильно, а ты мне потом скажешь, правильно? Угу. Так. Перчатки это в комплекте, это надо? Ну, это и ремонтируют ее сейчас просто. Ну, он без перчаток никак. Так, подожди. А ну, покажи, насколько здесь мало места. И мне вот нужно как-то ноги пропихнуть вот туда. И вот этот... Блин, подожди. Ну вот так вот не вариант засовывать, правильно? У меня же не пролезет нога. Здесь руль должен вверх подниматься. Ага, конечно, с разгону. Вниз? Вон вообще не двигается. Так как мне в это пространство влезть? Притом, главное, что вылезти ты из него должен за 5 секунд. Так, подожди. Вот так вот, наверное, да? Ну типа того. Охренеть. Вот так? Ну, типа да. Круто. Только все гораздо быстрее. Вот так вот, друзья, музей машины времени.